Юрий Гришан, мэр Колымской столицы, вновь стал председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Магаданской области». В администрации Ольского городского округа представители 7 районов Колымы провели совещание. Тайным голосованием главы муниципальных образований выбрали нового представителя организации Юрия Гришана. По его словам, Магадану есть чему поучиться у других районов. И залог хорошей работы – сотрудничество. Число бюллетеней, содержащихся в избирательном ящике – 7. Число действительных бюллетеней – 7. Число бюллетеней, признанных действительными, недействительными – 0. Число голосов, поданных в отношении кандидата – 7. За – 7 человек, против – 0. По итогам тайного голосования счетная комиссия решила считать избранным на должность председателя Совета муниципальных образований Магаданской области Гришана Юрия Федоровича. В то же время вы всегда высказываете позицию правильную, иногда, может, принципиальную, скажем так. Та, которая тоже дает свои результаты при принятии тех или иных решений, то есть непосредственно, то есть как на законодательных собраниях. То есть обращайте иногда, будем говорить, внимание губернатора, то есть на решение тех острых вопросов, которые стоят. Есть чему поучиться и у Тенькинского района, и Ольского района, и у Сусуманского района. Везде разные подходы к решению проблем, которые есть. И некоторые более даже эффективны, чем те, которым, допустим, руководствуюсь я в своей повседневной деятельности. У нас есть возможность законодательной инициативы в законодательное собрание Магаданской области. Я думаю, что какие-то проекты закона, очень важные для муниципальных образований, мы внесем. Я благодарен Александру Александровичу Басанскому, который сегодня принял участие в работе нашего съезда. Это говорит о тесном контакте между исполнительными органами муниципальных образований и законодательным собранием Магаданской области. Также в этот день провели выборы членов президиума ассоциации. Ими стали глава Тенькинского округа Денис Ревуцкий и глава Среднеканского округа Оксана Герасимова. Главы муниципалитетов отметили, что благодаря таким встречам можно неформально обмениваться опытом, а значит, более эффективно развивать всю Магаданскую область. Ассоциация – это коллективный общественный орган, где фактически вырабатывается, то есть где происходят встречи непосредственно всех глав муниципалитетов Магаданской области, где вырабатываются именно те конструктивные предложения, которые ложатся в основу, то есть законопроекта в Магаданской областной думе. То есть совет и ассоциация являются помощником у губернатора Сергея Константиновича Носова, то есть которому фактически вырабатывают свои предложения, именно те конструктивные предложения, которые идут на развитие нашей территории. То есть это фактически, то есть совет мыслей всех районов, то, которые фактически в этой ассоциации сливаются, то есть в одну конечную, законченную, конструктивную идею, которая идет на развитие нашей территории. Во время встречи представители муниципальных образований обсудили актуальные проблемы Магаданской области и пути их решения.